Здравствуйте, это канал Жизель Мари, и с вами Эрик Кайт, он там вот, он. И я, 24 годика мне, токийский гуль, Влад токийский гуль называйте. Футболки сидишь? Да. Я просто не видел. Влад токийский гуль. За 100 рублей купил с Алиэкспресса, великолепная футболка. О, вот теперь все время в ней ходить, потому что других у меня больше нету. Я вот что тебя спрашивал. Там что? На Donation Alerts пришло уведомление, что типа промокод. Я не нажал промокод. Уведомление пришло, но я так и не понял, где промокод. А промокод прямо под этим видео. Подожди, я не нашел его, были оставим его. Я не нашел промокод. Ты знаешь, куда они прячут его? А на что вообще промокод? На Алиэкспресс? Да, да, да. Да, я тебе сейчас я покажу после ролика. Наверное, надо ролик сначала. Ну, значит, там внизу должно быть. Если нету, то что-нибудь другое оставим. То у нас ничего никогда и не будет уже. Гадина. Да. У меня мышка пропала. Ну ладно, она... Сегодня у нас, походу, словил бэттрип. Пятая серия Шакяра второго сезона. Собственно, да. Угу. Что, начинаем? Пофиг, не будем вспоминать, что там было в прошлое, просто погнали. Они поднюхались. Да, да, точно. Не зря называется бэттрип. И в комментариях писали, кстати, что там будет что-то... Да-да-да. Последствия, типа. Такая обещающая. О, мышка появилась. Ура. Да, осуждаем наркоту. Наркотики и рекламу наркотиков. Все осуждаем. Вы погибнете, глупцы. Лучше бегите. Окститесь. Да. Наросла. Чин. Кайфу, кайфу, кайфу. Не надо это начинать. Извини. Где-то в туалете он валяется, походу. За холодильник что-то. Это не диетическая кола. И он ее выплевывает. Да, потому что нездоровый образ жизни. Слишком много сахара. Оу, щи. Тело, наверное, еще болит, потому что упал. Сейчас кушать захочет. Нет. Не должен. Ну, лошадь, поэтому и захочет кушать. Кана. 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 Может, отстань чуть-чуть. Да. Похуй. Резко не вставай. Что, говорит, отсыпем? Башки ебанет. Подскинемся. Подскинет? Не понял я. Мне показалось, отсыпем. Может, они еще тебя собираются? А, отсыпем все-таки. Да. Классно. Хуёво. О, как же хуёво было минут назад. Сибона. О, не говори. Ха-ха-ха-ха.
Это одна. Э? Может, еще по одной? По одной, о? Сейчас дроп. Давай, давай. Что-то для первого раза они слишком, по-моему. Даша. Они прям во все тяжкие, так сказать, пошли. Ну, для там... первого раза. Ну, для первого, да, возможно. Ну, вообще... Меф, типа, такая штука, она очень жадная. Жадная в плане... Не сам меф жадный, блядь, а человек, блядь, становится под ним жадным, mm-hmm. когда тебе, типа, тебе постоянно, блядь, надо догоняться, чтобы нормально быть. Микки Инс. У нас познавательный контент, это для того, чтобы мы никогда это не было. Да. Став нужно забрать, расфасовать. Потому что закончится все одним. Ты будешь юзать на постоянке, и ты будешь чувствовать себя ничтожеством ебучим. Потом вообще не будешь ничего чувствовать, потому что ты сдохнешь. Да, да. Раскидать. И в клуб отвезти. Уехала. Я в целом на старте. Даже голову не опускает. Просто вот так вот лежит. Ехала, ехала, стоит, ехала. Стоит лежа. Бля. Алло, пипел в глаз упал, как будто мне на в глаз. Я не залипаю, ты чё? Ебать, ты залипаешь, брат! Бля. Братан! Он у последней дороги был, а лишний разъебывает. Ну, Кана, ты не забывай, что мы с тобой не мороженое продаем. Сейчас первый попавшийся мент нас палит. Как делать нехуй? Соберись! Да я в курсе, блядь. Нужно выровняться. Ебать, ты чё делаешь? Не сама, что ли? Нас палит, блядь! Это сорт, братан. Он выровнет. Затянись. Не буду я курить. Я, блядь, затянись, говорю. Трава перебьет кайф мефа. Кучу, давай. Хуже не будет, братан. Да, возьми. Будет. Ебать! Ебать! Ну, блядь! Нахуй выехал, да сорт был! Да похер на сорт, рули давай! А куда? В смысле куда? Мы же... Мы забыли. Вообще, кстати, не перебивает. Да если, это бред, конечно. Если дохуя, типа, только скурить, то, может быть, качели начнутся, но не перебивает нихуя. И только на отходах нормально. Вот. Все, продолжаем. Считайте, что он медицинский. Да. Я в реабилитационном центре работаю просто. Вижу. Курьером. Бля, надо вспомнить, куда мы едем. Сука, хочет меня! Бля, что мы продаем людям, охуеть! У меня все нормально, у меня все нихуево, эй! Блин, ну круто показывают, как это, ну, типа, братан. Долгий братан. Эффект. Сзади крузак серый. Все плывет. За нами едет, походу. Проникаешься. Выход где, на свет. Сзади, бля, технично пали только. Где? Технично пали. Ну все, на панику все. Хуй знает, просто джип. Сзади? Да. Технично пали, пожалуйста. Добавляю. Спать. Сесть направо. Он за нами не повернул? Не знаю, сейчас смотрю. Да никто за нами не едет, Канок, хватит жути догонять. У тебя, походу, глюки начались. Там на повороте сильнее влево. А если он за нами развернется и поедет в лес? Он уже проехал, брат. Это же крусак просто. Там, блядь, девушка за рулем. Братан, я в магазин, в пизду. Вот мага справа.
кладбище. Никаких кладбища. Никаких ваших кладбищ никто не хочет забирать. А то застав заложил нормально. Точно, заставом, бля. Взялся снег? Нихуя, там палево, пиздец. Какое, блядь, палево? Палево, блядь, говорю. Ну, кстати, странно. Что с кладбищем? Ну, хотя, если только по религиозным причинам. Ой. Не, просто до других, мне кажется, вообще, ну, типа, вот человек, который употребляет, ему вообще поебать. Ну да, какие религиозные причины. Я какие-то истории слышал, но я не знаю, это правда или нет. Я, конечно, торч, но я примерный. Там чел, блядь, из пасти собаки мёртвой, сгнившей, блядь, доставал, блядь, став. Ну, это, блядь... Звучит как бред какой-то, но это, блядь, возможно вполне. Так стафы, ну, сами, ну, блин, те, кто употребляет, знают, что стафы сами по себе часто нечистые, и там, ну, что там только может и быть, что там только может не быть. Так что, ну, не знаю, почему пока что. Почему с кладбища, видите ли. Ну, вообще, и государственный объект, по идее, на них тоже нельзя кладбище. Делать. Да. Государственный объект. Ну, кладбище разве не государственное? А чё там... Чё там государственное? Земля. Могильщику платить, что он роет землю, ему и так платят те, кто приходит. Не, просто нельзя... Вообще, по идее, нельзя делать. Вообще, в принципе, нельзя закладки закладывать. Общественное, государственное место так-то. За ним ухаживают. Ну, лес еще. Но все равно, если там, типа, есть какая-то инфраструктура. Ну, туда специально делают, туда государство делает закладки, чтобы землю рыли, чтобы это сорняки не разрастались. Да, разрыхляли землю. Угу. Я, блядь, туда не вернусь больше. Аграрная информация. Ехал тогда дальше. Куда? Прикинь, вспомнил. Куратор написал. За Стафом, оказывается, ехали. Блядь. Ну, поехали. Ебать, что не едет? Мал, на Д поставь. Блять. Нажми на тормоз сначала, до конца. Пиздец, тебя пидорасит все еще. Да. Осуждаю. Твич был. Тише. Если мы вернемся на Твич. В ближайшее время. Сейчас я быстро закладываю. У него кофта сильная. У Кана? Братан, да. Только быстрее. У меня одеяло было такое в детстве. Не было. Это одеяло никакого. Это правда, я рос в коробке на улице. Из-под айфона. Порно. Прямо сейчас. Почему бы и нет, собственно? Ебать, Кана, ты чё, ёбнулся? Охуеть. Всё, поехали домой. Ты будешь в лесу, отойди. Потом обратно вернёмся сюда и раскидаем. Не вариант, братан. Чё ты предлагаешь, дрочить? Братан, прёт мне до сих пор. Давай тут раскидаем. В багажнике весы есть. Зипы, по-моему, тоже есть. Бля, просто ты же сам видишь. Мент, который проходил за километр. Охуеть. Давай. Вот какие вы беспалевные. Яма-на. Что-то должно произойти 100%. Алло? Как ты, малыш?
Салам, Клод, все хорошо, как у тебя? Короче, есть одна тема, очень важная тема, вот ее надо обсудить. Я здесь на одной тусе зависаю, ты давай, приезжай тоже. Подружку свою возьми, кстати. Вы что там, долбите, что ли? У тебя голос какой-то странный. Приболел немножко. Не болей, бля. Давай, короче, я тебе сейчас геолокацию скину. Я подъеду. Не жду тебя очень сильно. Чмоки-чмоки, я вся горю. Давай. Давай! Бля, Кана, чё с тобой? Хуй знает, братан. Ну не с товара же юзать, ебать нахуй. Иди сиди в машине, а? Бля, пиздец. Совсем разошлись для первого раз, бля. Ну, Алдик еще более-менее себя чувствует. Контролит ситуацию. Я сейчас быстро раскидаю вас и вернусь. Сиди в машине. Мои братья говорят то, что ты чёрт. Мы не катим на тебя, не рисовываем, когда все счёт. Мои братья говорят, ты не печатаю. Каждая монета на счету впечатляю. Тут неприятно, когда вот так вот прям тебя. Калина Бланка или маги. Не фоткай меня, бля. Не фоткай меня. Чисто в своём кайфе. Фу, сука, Кана, ёбаный в рот, чё с тобой? Двигайся! Куда, чё с тобой? Ну всё хорошо. Да, что? Всё нормально. Нет, на мой член, блядь, да! Я сяду за руль. Быстрее, быстрее, бля! Где ключи? Фу, блядь. Охренеть, во второй раз. Я сейчас став отдам, с Клодом пообщаюсь, а ты меня подожди здесь. Не оставляй меня здесь одного. Кана, блядь, мозги не хавай, жди здесь. Блядь, ты же видел, что происходит со мной? Как же ты меня заебал за сегодня, Кана! Делай, что хочешь, блядь. Это жесткая туза. Музыка из Сайберпанка? Похоже. Алдик! Мой маленький пиздюк! Как ты? Так, ребята, добро пожаловать в мир Клода! Смотри, что происходит. Ара! Пои! Давай! Давай! Дальше, смотри, что происходит. Кельбера, это наши экспонаты. Но их нельзя трогать. Ими можно только любоваться. Вот они, вот. Короче, Кельбера, смотри. Ах, иди сюда, садись. Сейчас мы с тобой повеселимся по-нормальному. Держи. И твоей подружке тоже. Держи, оу. Держи. А, он его называет. Короче, Алдик. Давай. Сразу. Что, выпьет сейчас. Что я думаю? Мы, знаешь, мелко мыслим. Надо расширяться нам, понимаешь? Расширяться. По-крупному. Давай. Где твой подружка? Ну, со мной сейчас глюки начнутся от этих эффектов. Так. А это пьет, Лейла, Лейлочка наша. Ля конь. Короче, это Алдик. Весели ее. Развлекай. Давай. Давай. Все нормально. Че там? Там Кану как бы больше нужно. Да. Дэм, он сидит рядом уже просто дрочит. Просто в уголке. Со свечкой вот одной из этих.
размешано что-то было? Возможно. Марка, это Марка. Марка. Там 4 штуки было, чё? Да. Ну, либо это одна такая, фиг знает. По-моему, это 4 штуки. Но вот кислоты нету. Ну ладно, мужики, я погнал. Если это кислота, это, если это ЛСД, то от него передоза не может быть. Там надо, блядь, пиздец съесть нахуй. Не надо. Ну вообще не надо, да. Блядь, сдохните, блядь. Вы что, с ума сошли, блядь? Но передозировки не будет. Прицел. Ну, с сочетанием, что он уже, блядь, то крышак поедет точно. Просто застыл. Кан уже тоже выпал, где Кан? Хорорушечка. Блин, ванна еще такая цветастая. Уж байки. За Кану. Просто. Как дела? Как здоровье? Печень, почки, пульс, давление в норме? Молодец. А у меня все хуёво. Да, из-за тебя. Зато вот с тупаком познакомился. Кстати, Алдиарчик, я же из-за тебя, сучонок, на Бали не попал. Или Бали? А похуй. И в Лондоне не был, и в Париже. А что с гримом? И вообще, сучонок, путешественником хотел стать. Получилось. Срослось, блядь. А я думал, ты... Вошок. Хотел доить тебя. На бабки. А ты вон какой алдиарчик оказался. Сучонок. Мне убийца. Кажется, или он постригся. Убийца. 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 И похудел. Убийца. Похудел еще логично, типа он там... Убийца. Убийца. Ну, типа труп. Убийца. Ну, то, что он постригся, вообще нелогично. Ты говорил, он под психоделиками там. Не так много логики. Ну, либо вот и балдежные барберы. Не зависит ты меня, что нас. Бегают! Пап, не бейте меня! Шахутай, бегай! Пап, не бейте! Мам, скажи ему! Ты думаешь, мы с отцом не знаем, чем ты тут занимаешься? Чахунда, бегай! Чахунда, бегай! Мам, пожалуйста! Мам! Бегай! Мам, пожалуйста! Бегай, как у вас! Мам! Кажется, мне сам курсун курсут ими! Мне за вами скажи, мам! Что ты молос! Мам! Бегай, ну да! Тебе страшно, да? Правильно, мразь, бойся, нахуй. Ты думал, тебе всю жизнь вести будет? А нихуя. Тебя один хуй посадят, блядь. Это я тебе говорю. Понял? Один хуй посадят. Ты сам виноват. Как ты мог, сынок? Ты же опозорил всю нашу семью. Мам, мамочка, прости меня, пожалуйста. Ну чё, сучонок, да выебался, да? Да выебался. Ты же нас было сурово, ебать. Шушка, спокойно надо было жить. Нихуя ты, блядь, из гигантских барон, блядь. Тебя, сука, будет поймать, блядь. Эй, кто у нас такой здесь голосистый? Эй, Алдик, ты что ли? Пьются? Эй, Алдаш! Алдаш! На улице, наверное, вообще нежелательно выходить. Вот так вот. Братан! Братан! Но...
для психоделиков обязательно ситер, желательно, блядь, на улицу, блядь. И, не, и на улице, и дома его нежелательно. Ну, этот полетел, смотри. Балдик, поехали! Орел. Сам садись, Хана. Зайбал! Садись, я не могу, брат. Да. Зайбал! Брат, давай быстрее. Его поправил, походу, Кана. Наоборот, типа. А Алдика еще больше. Ебать! Рогатые автобусы, нахуй! Тихо, тихо, не страшно. Мне страшно, бать. Братан, кайфуй, ебать! Давай, здесь направо поедем. Кана, ты здесь? А? Ты здесь, брат? Братан, я везде. Братан, я везде, ебать! Ебать, тут вид лучше. Едем? Подожди. Я вижу всех, братан. Помедленнее, помедленнее, брат. Ебать, я вижу всех. Включи аварийку, хуйся, брат. Вау. Братан, все под контролем. Ебать, я все контролирую. Ты забываешь поворотики включать. Братан, нахуй поворотники, я все вижу. Нас спалят, Канна. Кто нахуй? Менты. Братан, я царь в этом городе. Я, походу, словил бэттрип. Мне страшно, брат. Будто я падаю. Братан, я с тобой. Будто я с тобой, братан. Аккуратней, там машина. Ебать, оранжевые нахуй шорты. Ебать, оранжевые нахуй лето. Оранжевый ребенок. Оранжевый нахуй я тоже. Люди. Зарви себе на носу, я с тобой не... Пиздец. Блин, я очень сильно проникся серией. Это да, да. Лучшая крутая серия, нафиг, просто. Крутая съемка была. Моменты прям и по звуку хорошо было, и по кадрам. Визуал вообще тебя так, так уносит в себя, так заманивает. Просто. Да, да. Бум. Жестко. Да, прикольная серия. Блин, жалко, что так мало. Но, наверное, в этом и соль этого, то, что типа... небольшими... В этом и соль. Кусочками дают тебе... В этом и соль. В этом и соль. Класс. Класс, мне понравилось. Прикольно. Серия «Разнос». Да, конечно, не знаю, тут уже его схватили, так сказать, на... Кадр не очень хороший, на самом деле. Очень плохой кадр. Стоп-кадр. Да, напишите обязательно в комментариях, что думаете вы по поводу серии. Может быть, про нас что-то хотите написать, тоже напишите, без проблем, вообще кайф. YouTube только что допустил, мы ничего не удаляем, если только вы не рекламируете что-то стороннее, то что вообще тут не приветствует. Ну, вообще, в принципе, зачем что-то другое рекламировать. Вот, а так ссылки будут... Если есть мы. Естественно. Вы часть нашей субкультуры. Вы часть субкультуры. Если вы подписаны на канал, поставили колокольчик, лайк. Также перешли по ссылкам, подписались на нас в социальных сетях. Это желательно, на самом деле. Это приятно, это хорошо. Что еще? Да, на промокод в Алиэкспрессе, если мы найдем, но я надеюсь, будет в описании ссылка и в этом, в закрепленном комментарии. Вот, также там на Donation Alerts тоже что-нибудь будет. Короче, все ссылки будут в описании. Вот, всем спасибо, что посмотрели. Это мы, Эрик Айтлес, Леонжи, Штрель Мари. Токийский гуль. Спасибо. Да, Влад, токийский гуль. Гуль. Вот, всем да. Спасибо, всем что? Пока.